Привет! Сегодня 1 мая. Как и в России, во Франции 1 мая – это праздничный день. И в этот день французы дарят друг другу букеты ландышей. Чтобы сказать «ландыш», по-французски это будет «un muguet». Ландыши – «de muguet». Дарить, подарить букет ландышей – offrir un bouquet de muguet. Где же можно купить эти букеты ландышей? Обычно в этот день разрешается продавать букеты ландышей неофициально. Всем, кто хочет заработать немного карманных денег. Такие неофициальные уличные торговцы называются des marchands à la sauvette. Но в этом году такая практика запрещена. Поэтому в этом году вы можете купить ландыши только в магазине цветов. По-французски дословно мы переведем такого рода фразу не в магазине цветов, а у продавца цветов. Acheter un bouquet de muguet chez un fleuriste. Купить букет ландыши у продавца цветов. А зачем же французы дарят букеты ландышей? Дело в том, что считается, что ландыши приносят счастье, особенно те, которые были подарены 1 мая. Приносить счастье по-французски «porter bonheur». Это приносит счастье «cela porte bonheur». Это вам на счастье. «Pour que ça vous porte bonheur». Это тебе на счастье. Pour que ça te porte bonheur. Un porte-bonheur переводится как амулет или талисман. И в заключение я хотела бы сказать, что ландыши были любимыми цветами Петра Ильича Чайковского. Les muguets étaient les fleurs préférées de Petr Tchaïkovski. Вот и все. Пока!